Отворяют ворота. Затихает ра-та-та, ра-та-та, ра-та-та. Тише топот, ближе ночь, охотники умчались прочь, 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 прочь. Егеря и господа, Боже мой, стою в моем полночном краю. Кто разделит этот поздний дух со мной? Последние единки в труды. Вот врачения плоды. Увлажняя мне виски, туман крадется в келью мою. Кто намажет на ломоть моей тоски немножечко любви в раю? В раю, в раю. Очень интересный эффект просто. Я просто пересохло в горле. Раю! Это делать не перед микрофоном. Давайте продолжать, ребят, давайте, поехали. Что продолжать? Просто перезал, что ты песню продолжал. Павлик, продолжи, пожалуйста. Это тебе раз. Сережа. А, ой, а, кто, где, зачем? Что происходит? Объясни мне, пожалуйста. Что, что за... Физические силы. Что за пункты корабля вообще? В чем дело? Мы плывем. Ты не понимаешь, да? Я не понимаю, извините. Немного туповатый, поэтому не понимаешь. Тебе надо объяснить. Наш юбилейный концерт. Кроку, сука, холит. Можно обойтись? Кроку, сука, холит. Культурной столице нашей жизни. Давай объясним. Тебе объясни. Хочешь, чтобы тебе объяснили? Я хочу, чтобы мне объяснили. Без истерик. Человек, хочу. Хочу. Он хочет, Павлик. Давай ему объяснить. На 3-4. Давай. 3-4. Леша, дорогой, да ты же нас обидел. Как это? А так натурально видит. Типа ты один такой страдалец, а любовь от всех прикопнет. Да ну да я не то имел в виду. Что ты имел в своем виду, расскажешь маме с папой. Ты че, ребят, какие мы тебе нафиг, ребята? Ребята все покакали и спят, а тут пошиток на субботнике. О боже, что же это? Что же это то, что ты достал уже количество людей за эти годы, как бы только не нарочили людей. На репетициях борта ничего не строят. И духан, как мышный стек, ты. Там же нету вентиляции. И главное, кто тебе сказал, что ты хоть чем-то лучше прочих. Только потому, что ты отмывал в бару строчек. Кто не дал право так со сценой излагать свои корявые концепции? А? И вот он учится и мучится, чего бы нам нести. И вот он учится и учит прямо ангел на плоти. Уже и крылья, как у ангела, и кудрями, и брови, как у прежней. Причем тут прежде? Каждый понимаешь, маломальский мальчик, только у него надо пылиться пальчик, баться вот чернила и
давай, давай махать у носа ближнего. Но все же я считаю, все же нужно как-то терпимее. Хватит натерпеть! Все же это между своими прямо поперло, ты говно, ты и поперло прямо, господи! Однако ты смотри, какой плевок! Зачем куда ты лезешь, старый? Это что значит старый? Ты бы лучше последил бы за своей мечтой. Между нами попадаются такие удивительные особи. Да что ж ты суета такие, как побитые ноги? А что ты хочешь, чтобы прыгали, как мишки? Да, короче, все, давай на воду. Закругляем это все в ведре и матери. Последние деньги в раю.